Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня в этом видео мы с вами обсудим очень важную вещь. У нас с вами недавно поменялась стоимость доставки, автозаказ стал дороже. И, конечно же, когда мы заходим в личный кабинет, мы эту новость видим. Раздел «Все новости», тут уже убежали новости. И, конечно же, смотрим, да, новые квалификации, новые VIP-статусы, вот, и изменение стоимости доставки продукции. Подробнее нажимаем, да, то есть у нас сейчас вместо трех зон две зоны, и вторая зона стоит как третья зона. Ну, по идее, я посмотрела, разница 40 рублей, ничего страшного, но вот всех волнует именно автозаказ, который будет не 9, а 49 рублей, да, вот, и сейчас мы с вами об этом поговорим, потому что тут написано, для уменьшения общей суммы доставки вы можете объединять товары в корзине автозаказа, и вы можете уменьшить, да, то есть если у вас, допустим, три платьишка в разные три автозаказа упало, то чтобы вам не платить 49 умноженное на 3, а заплатить за общий заказ, то, ну вот, в принципе, давайте с вами посмотрим, да, заходим в личный кабинет, и в личном кабинете есть такой раздел, как мой счет, мои заказы, да, но нам сейчас с вами нужно заходить не именно в мои заказы, давайте посмотрим с вами подробнее сейчас. Да, то есть вот тут вот заказ есть, готовый к сборке, к оплате 1000, да, то есть этот заказ уже вылез из автозаказа, да, посмотрим с вами, то есть не успела его оплатить вовремя, да, хотела снять для вас видео, да, вот видите, это автозаказ, кроссовки со светодиодами, размер 37, это у меня дочка старшая заказала, но она сказала, что светодиодами она пользоваться не будет, вот, и узкие брюки для девочки, да, вот, и смотрите, это идет автозаказ, пока что 9 рублей, но скоро это будет 49 рублей, да, вот, и чтобы вот эти вот автозаказы объединять, мы с вами заходим в личный кабинет и катим колесиком в самый-самый низ. Катим, и вот тут вот есть корзинка автозаказа. Нажимаем корзина автозаказа. И вот тут вот у нас есть еще кроссовки спорт для девочки, размер 27, это я дочке своей 4-летней заказываю. И трикотажный бомбер для мальчика, цвет черный, размер 164, это у меня дочка попросила. Я выделяю все эти автозаказы. И нажимаю объединить в заказ. То есть у меня на данный момент 3 раза по 9 рублей не возьмется объединить, закрыть окно. И в дальнейшем по 49 рублей тоже у меня не возьмется 3 раза, возьмется только 1 раз. Да? То есть вот таким вот образом. То есть сейчас мы смотрим мой счет, и у нас уже тут к оплате уже другая будет сумма, она будет больше. Да? То есть я объединила заказы и к оплате уже тут вместе с автозаказами, да, получается. Давайте еще раз посмотрим мои заказы. Да, то есть вот он утвержден. Дата доставки пока неизвестна, не стоит. И я могу их все оплатить. Да, вот видите, он объединился в заказ в один, а было их два. Я нажимаю оплатить, то есть таким образом я экономлю. Оплатить раз. Подтвердить оплату. И, да, то есть вот я их объединила, да, как вы видите, в один заказ, и у меня 49 рублей вычтется в следующий раз один раз. А вот если бы я объединила вот с этими автозаказами, то у меня бы не было вычтено и, в принципе, и вот эти вот два раза по 9 рублей, но пока что 9 рублей это вообще, в принципе, мало, да, а вот когда будет 49 рублей, вы можете объединять с первыми заказами таким вот способом. То есть сейчас, смотрите, заходим в личный кабинет, да, и нажимаем корзина автозаказа. И тут у нас нет данных. То есть у нас было, у меня было изначально 3 накладных. Одна накладная уже вышла в заказ, да, и осталось 2 накладных, которые я объединила, и вместо 49 умноженное на 2 заплатила 49 умноженное на 1, да, то есть я их объединила, и они сейчас придут в одном заказе. Вот таким вот образом. Я все время объединяла автозаказы, потому что очень много что по одной штучке падает, и каждый раз по 9 рублей.
Это, конечно, на самом деле накладные. Если, допустим, 10 вещей упало в автозаказ, это получается, если по 49 рублей, это 490 рублей сверху мы с вами будем платить за эти автозаказы. Но их не надо платить, если вы объедините и нажмете оплатить целиком данную сумму, то тогда у вас будет все хорошо, да? То есть все заказы, автозаказы нужно объединять перед оплатой. Перед оплатой товара, и тогда у вас все будет здорово. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И еще забыла в видео, да, меня спросили, сколько зарабатывает лидер на 19%. Я хочу вам сказать, что кто-то зарабатывает 1000 рублей, а кто-то зарабатывает 20 тысяч рублей, кто-то зарабатывает 15 тысяч рублей. Это стоит все, не стоит, простите, а зависит все от того, насколько лидер сам активен. Если у лидера только одна ветка наставника, и он вообще не строится, то в принципе понятно, что зарплата у нас будет у таких лидеров будет меньше. И это плюс нашему MLM бизнесу. Почему? Потому что мы с вами можем спокойно строить структуру и не бояться, что какой-нибудь халявщик придет и заберет свои деньги. Нет, если этот халявщик работать не будет и будет висеть только одна ветка наставника и все, то у него выплаты будут только за его личный заказ в итоге, да? Вот. Какие будут у него выплаты? Это, допустим, если лидер открыл директора, да, 23%, и под ним 23%, то получается, что 23 минус 23 равно 0. Если нет своей ЛГБОК, то лидер ничего, грубо говоря, не получает. Очень много таких людей как раз, да, снимают видео и говорят: «О, я была директором, где мои миллионы», да. Так вот, дорогие коллеги, вы можете не бояться строить людей друг под друга, отстраивать цепи своей сети и знать, что люди, которые не работают, им в итоге ничего и не достанется. Поэтому будьте спокойны и сами знайте, что если у вас где-то пошел перекос по веточкам, то вам нужно обязательно отстраиваться от ветки наставника. И ветку наставника, это ваша ветка, это ваша структура. Ее тоже нужно информационно поддерживать и, может быть, кого-то туда даже регистрировать, да? Вот. Поэтому тут самое важное понимать, что отстраивая вторую веточку, не погубите первую, которую наставник трудился и строил. Сами знаете, при рекрутинге, когда вы ищете людей в свою структуру, это сложно, а вам досталась целая готовая команда. И это очень часто встречается, когда лидеру достается целая готовая команда, он говорит: «О, я пока не строюсь, я с ними работать не буду». И в итоге получается, что от такого лидера и команда-то сбежать может вся, потому что безответственность – это плохо. Итак, давайте с вами посмотрим, что у нас получается. Давайте вот не контрактизация ЛФ, а РФ, а лицевой счет консультанта. Посмотрим и нажмем «Посмотреть». Вот она у нас распечатывается. И вот лидер на 19%, 2060 баллов, да, то есть итог прошлого периода, все 100-200 баллов обвалились, большинство обвалилось, а меньшинство выросло. Выросло, и в принципе это зависит от амбиций каждого лидера, каждого директора структуры. Вот, и выплаты 17 777 рублей 56 копеек, да, вот смотрим, да, вот они, эти выплаты. Это выплаты идут каждые 3 недели, то есть 17 700, да, возьмем круглую сумму, да, мы умножаем на 19 каталогов, делим на 12 месяцев, у нас с вами получается 28 тысяч в месяц. Это уже нормальная зарплата нормального человека, который работает на работе по найму. Но если, конечно, не считать крупные мегаполисы, где 28 тысяч, это на самом деле низкая зарплата, но и даже и там можно найти, куда потратить эти деньги, да. Вот, смотрим, значит, какое должно быть построение у вас. Какое должно быть построение у вас, мы с вами посмотрим в личном кабинете в разделе «Моя структура». Моя структура. Вот, детальный обзор по всем консультантам структуры. И у меня сейчас будет первая линия видна. Это начало каталога. И возьмем с вами, так как мы смотрели выплаты по итогам 10 периода, а за 11 он еще идет, да, то мы с вами посмотрим. Вот оно, идеальное построение. Все веточки примерно одинаковые, примерно растут, примерно развиваются, примерно регистрируют, да. То есть давайте с вами проведем анализ.
Если нажмем «Вся структура» и «Новички», да, то мы нажимаем с вами «Применить фильтры» и смотрим. Значит, человек присоединилось всего лишь 32, да, 32 человека за 10-й период. Это говорит о том, что лидеры мало регистрируют, и скоро, конечно же, у них начнутся проблемы с ростом, они будут жаловаться. Да, вот так вот, да, ну, примерно на 19-процентную структуру должно проходить там 100-150 регистраций на всю группу в каталог, тогда это будет хорошо. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Полнова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Растите, зарабатывайте, получайте на самом деле хорошие деньги, на самом деле хорошие выплаты. Никого не слушайте. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите мне, я буду очень рада с вами созвониться, порисовать, построиться и рассказать принцип построения так, чтобы у вас была и крепкая, надежная структура, и чтобы у вас были хорошие выплаты. Это серьезные выплаты. Многие на работе по найму не могут обеспечить себе такую работу, чтобы были такие выплаты. Это на самом деле так. На данный момент мы с мужем зарабатываем деньги, которые нам даже и не снились в начале пути, но просто мы не опускали руки, мы шли, 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 шли. И давайте же, конечно, в моем разделе я вам покажу свой путь. Так, не то нажала, а давайте я нажму отчеты. Будет у нас маленький мини-вебинарчик. Вот. И, конечно же, мы с вами нажмем также лицевой счет консультанта, как и у другого лидера в кабинете. И вот этот вот лицевой счет консультанта нажимаем «Посмотреть». Нажимаем «Посмотреть». У меня уже открыто ИП, я уже плачу налоги. Причем у нас не 13, как по найму, а 6% упрощенная система налогообложения, да, тут можно, видите, уже ставить плюсик, так как мой отчет слишком длинный, и я вот, видите, мой первый старт, да, за 3 каталога я вышла на 6%, за 4 на 12%, потом 5, 6, 7 период я была на 19%, и потом я открыла за ровно за полгода директора, и я открыла за 5 месяцев я открыла директора, как вы видите, каталог 2-3 недели, и ровно за полгода я уже открыла старшего директора и зарабатываю вот 36 тысяч русских рублей каждые 3 недели, да, и это просто великолепно, за полгода выйти на это, да, 36. Мы умножаем на 19, и у нас с вами уже получается 684 тысячи в год. И если мы поделим на 12 месяцев, то у нас с вами получается 57 тысяч в месяц. Минутку, скрыла от вас некий факт. 57 тысяч, мы вычитаем 6% налогообложения, и у нас получается 53 580 чистыми деньгами на руки. Я думаю, это великолепно, я думаю, это круто, я думаю, это классно, и в принципе ни в чем не сомневайтесь, растите, и желаю всем полгода открыть старшего директора с момента регистрации. Вы участвуете, практически все сейчас новички участвуют в быстром старте, и если вы открываете директора за полгода, вы получаете квалификационные бонусы, умноженные на 2. То есть, если за директора 55 тысяч, за старшего директора 27 500, то вы уже получаете 55 умножить на 2 и плюс 27 500 два раза. И это помимо выплат, да, вы должны понимать, это помимо выплат вы можете получить дополнительно 165 тысяч за полгода. Конечно же, если вы сможете открыть серебро, то, если вы сможете открыть серебро, то у вас получается еще 110 умноженное на 2 и плюс те 165, да, 3 квалификационных бонуса умноженных на 2, вы можете получить 385 тысяч за полгода. Мне кажется, что это шикарно, и есть куда трудиться, есть куда работать, не тратьте время зря, забирайте эти бонусы, а потом расслабимся с вами, да, ну и конечно, если мы с вами сможем открыть золотого директора, то это, конечно, еще дополнительные премии, да,
165 тысяч получает премию «Золотой директор». И если ее умножить на 2, то у нас получается 715 тысяч. Вы можете 715 тысяч взять за полгода. Даже если вы будете стараться взять директора за полгода, то я вам хочу сказать, что даже если вдруг у вас что-то не получится, и вы возьмете просто старшего директора, то это уже отличные квалификационные двойные бонусы. Поэтому стремитесь, работайте, зарабатывайте и задавайте как можно больше вопросов своим директорам, как можно больше вопросов в чатах. Вот я, допустим, все чаты мониторю, я стараюсь отвечать на все вопросы. И, конечно же, лучше всего задавать вопросы именно в чатах, потому что именно в чатах находятся наши и ваши новички. То есть наши с вами новички будут видеть вопросы и тоже будут дополнительно обучаться. Я же желаю всем роста, удачи, везения, во всем вдохновения. С вами были старшие национальные директора Аня и Антон Кононовы. Как вы понимаете, это звание мы достигли за 2 года работы. Мы подтвердили старшего национального директора. Вот он подтвержденный, да, вот мы его, видите, подтвердили. В компании 3/2017, то есть мы уже забрали премию 1 250 000. Поэтому есть куда расти, есть куда стремиться. И, конечно же, те выплаты, которые нам пришли в тот каталог, это 1 658 000 вместе с выплатами за структуру, да, то есть вот это вот ОСЛГ, это вот ОСЗГО, да, директорские бонусы называются, вот это вот премия, квалификационный бонус, да, он нам пришел. Конечно же, это, ой, вот этот вот бонус, да, вот это просто круто, это невероятно круто, это здорово, и вы знаете, я бы вам хотела сказать, что зарабатывайте, все в ваших руках, и главное, ни в чем не сомневаться. А если у вас есть какие-то сомнения, то, конечно, пишите их в чаты, пишите их везде, мы будем с вами это все обсуждать. Я даже, если мне будет некогда ответить, я могу ночью вам снять видеоответ, и вы его посмотрите потом, да, на следующий день. Ну что ж, всем пока-пока, говорить я люблю много. Поэтому я с вами прощаюсь. Может быть, какие-то есть вопросы под видео. Пишите прямо под этим видео все свои вопросы. Будем с вами их обсуждать.